Мы находимся на форуме «Магазин 2021», разговариваем с нашими гостями. У нас организаторы в кадре. Дмитрий, расскажите, почему для компании «Метро» важно проводить такие мероприятия? Зачем вы собираете эту аудиторию? Зачем вы делитесь такими знаниями? Ну, в первую очередь, для наших партнеров важно понимать, что они не находятся одни на поле битвы, так сказать, на поле вызова. И мы с ними постоянно на связи, ну и чувствовали нашу поддержку, поддержку старшего брата. Вы довольны количеством людей? Вот нас на фоне очень много людей, сейчас перерыв. Довольны ли вы количеством людей, которые так к вам пришли в гости, и тем контентом, который со сцены здесь вещается? Очень. Мне, во-первых, самому очень интересно выступление наших спикеров, привлеченных. И я считаю, сожалею, что очень мало наших партнеров смогли посетить это мероприятие. Только ограниченное количество людей смогли сюда привлечь. Я бы сказал, дошли не все во время ковида. Как компания в ковидном году, в 2020-м прожила? Как она была без таких мероприятий? Как вообще вы передавали эти знания в этот кризисный год, когда вот нельзя было собрать такое большое количество людей, им что-то рассказать, поделиться или помочь? У нас чудесный тренерский отдел, который организовал онлайн-конференции, обучающие программы, всевозможные разработки для партнеров. К сожалению, моему глубокому, не все партнеры знают о проведении подобного рода обучений, не все этим инструментом пользуются. И я надеюсь, что благодаря этой конференции многие узнают о полезности наших совместных мероприятий по обучению. Вот такие конференции устраивает компания «Метро». Не переключайтесь, скоро включение с новыми спикерами и экспертами.